что-то опять случилось. Смотрите внимательно на дороге. Очень аварийная обстановка. Ну, смотрите, что случилось. Что же они бьются везде? Здравствуйте. В начале главной новости часа мэр Москвы Сергей Собянин предложил оставить Лубянскую площадь в прежнем виде и памятник не устанавливать. Ранее более 300 тысяч москвичей проголосовали на портале «Активный гражданин» по вопросу установки памятника на Лубянке. Были предложены два варианта: русский князь Александр Невский, основатель ВЧК Феликс Дзержинский, памятник которому стоял на Лубянской площади в советское время. Все время голосования лидировал вариант за Александра Невского. И вот теперь голосование остановлено. Как написал Собянин в своем...